соревнований, поскольку у Галины Румянцевой было 9,462 и четвертая участница соревнований на кольцах – это Елена Долгополова. Так. Вот прыжок, сама себе, можно сказать, всю, отняла у себя всю малину испортила, потому что, ну вы видели все сами. А вот сейчас уже попытка, так скажем, восстановления репутации на брусьях. Она немножко сегодня недовольная, сейчас прошла. Упражнение на брусья Елена Долгополова. Что-то арбитр на снаряде не дал начать упражнение, а вот теперь-то включились все позиции в компьютере, и она ей разрешила. Вот хороший, легкий очень элемент этот, но он так был классно выполнен, так что... А вот теперь сейчас начнется набирание трудности. Вот так, эта группа Цуя. Второй раз. Ах ты, вот, конечно. Да, уже видно, что она отлетела сильно, как говорится. Вот именно поэтому... Не руками, а маникюром, который ее сорвал буквально. Вот именно вот эти вот перелеты, как бы... Коварные. Чреватые. А вот, знаешь, вот вы, я обратил внимание... Говорила, что значит опытный мастер? Она уже отлетев от жерди... Да. Уже была готова к тому, что сейчас будет падать. Да. То есть она, по-моему, еще, конечно, попыталась схватить жертву. Ну, это просто коснулась. И давай разберем. Мгновенная реакция и опыт, да? Что такое коснулась? Вот она коснулась, ей хоть засчитали трудность. А если бы она вот так отлетела и даже не попыталась этого, просто мимо жерди, то и трудность большая. Спорить-то не приходится. Ну, явно она не вмешивается в борьбу за... кубок в соревнованиях на брусьях. Да. Однако у Кузнецовой, как мы уже, вот именно во второй, что ли, части соревнований на этом снаряде, супер, серьезная конкуренция осталась... Ну, впереди идущих, там есть заболоченного, у тех, кто еще будет выступать. Собственно говоря, конкуренцию составляют ровно все, кто остался. Ковалева, Коростелева, Замолодчикова и Ежова. Ежова тоже брусистка. И еще Екатерина Лобознюк, запасная. Какие у нас все-таки хорошие в этом смысле? Дай бог. Запасы и резервы в девичьей спортивной гимнастике. Так, и мальчики. А что там у нас на закусочку на кольцах у мальчиков? Нестеров? Ну, там будет Кошевой, Иванов, там будет Косумов, Кошевой, Иванов. Вот Иванова я вчера нахваливал...